требует коня и скачет. Пистолетов пара. Две пули. Больше ничего. Грибоедовский бал, театральные постановки, дуэль. Конференция, посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поразила всех. Учащиеся Звенигородской школы номер 4 очень старались. Погрузиться в эпоху им помогли яркие наряды 19 века. А изучение биографии политика проходило под чутким руководством преподавателей. Мы сегодня попали в ту эпоху, да, когда сегодня смотрим, как у нас старшеклассники почитают этого прекрасного поэта, драматурга, литературу, которую вы изучаете в школе. Ну, а мы сегодня смотрим и хотим направить дальнейшее, найти общие совместные мероприятия, чтобы эта культура продолжалась, сохранение продвигалось. Спикеры конференции, известные педагоги и культурные деятели поделились с учащимися своими знаниями о жизни и достижениях великого драматурга и дипломата. Не принять участие я не могу, поскольку уже больше 5 лет мы занимаемся с Алексеем Сергеевичем Чертковым, с фондом имени Грибоедова, именно пропагандой или изучением творчества и приобщением молодежи именно к классическому культурному наследию, в частности, именно Александра Сергеевича Грибоедова. Евразийская дипломатическая миссия Александра Грибоедова. Главная тема конференции. В центре внимания посольская деятельность драматурга на Востоке. Грибоедов прежде всего прославился тем, что он был великим русским дипломатом, который сделал очень много для заключения Туркманчайского мирного договора между Российской империей и Персией. Были сложные процессы переговоров, и в честь прибытия его в Санкт-Петербург в свое время гремели пушечные салюты. Во время подготовки конференции школьники собрали огромное количество информации о великом дипломате. Главную задачу организаторы выполнили – пробудить в детях интерес к классической литературе и истории. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».